Заблуждение жестко выходит за Павел Морозов. Начинается заключительный игровой день, где друг за другом развязки наступают во всех турнирах. А тем временем конкуренция вышла далеко за пределы командных поединков. Ощущение, что Sirius Cup и тандем Винлайн чемпионата России 3-3 спорят за то, у кого в концовках больше валидола. Так, на трофей Sirius Cup претендуют 4 команды, где, пожалуй, самое сенсационное место в квартете досталось Самаре, которая обыграла в овертайме и на Нома. Ну а, например, женская Самара неожиданно выбыла из основной борьбы. Также вне пьедестала почета останется признанный лидер ЦОП Санкт-Петербург. И все это уже звучит многообещающе. Why you be all on my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a new line for nothing. I see that we different, you ride and I double. My double discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely could trust you. I told you it's shorty, she bagging the bugging. And I'ma need all of my dollars on corporate, so hand me the money, I did it. Расскажи, что творится в голове победительницы тандема. Я очень устала, у меня просто уже ноги не держат, но мы выиграли, я очень рада. Это первый раз вообще, когда я в 3-3 играю, пока я еще не осознала. Многие назовут сенсацией то, что вы сегодня сделали, а как у вас самих перед поездкой? Было ощущение, что вы созрели для чего-то, какого-то серьезного достижения? Ну да, что-то было на самом деле. Я прям думала, что мы в тройке точно будем, но что вот прям выиграем, не знаю, вот так получилось. Какие мысли были, когда вы поняли, что отсеялась и Самара, и ЦОП Санкт-Петербург? Ну, это было неожиданно, просто обычно они играют в финалах, в тройках. Вот, и я подумала, что это у нас есть шанс. Sirius Cup проходит на высочайшем уровне. По каким же критериям в прошлом году его оценили партнеры, что согласились на повторение, продолжение в этот ивент сейчас? Да, очень хорошо проходит. И действительно, в прошлом году Sirius Cup имел очень большой успех. Поэтому мы, собственно говоря, получили предложение и приглашение сюда еще раз. И в этом году отмечаю, что даже круче, чем в прошлом. Огромные экраны, великолепный свет, звук. И, конечно же, представительства ребят иностранных делают всю вот эту обстановку очень крутой. Конечно же, нам хочется сюда возвращаться, и мы будем сюда возвращаться. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум.
was amazing final. What can you say about your win? Thank you, thank you. I think for the crowd, we put a good game against a great team who is former Olympic silver medalist. I think everybody enjoyed just like us, and in overtime, just like everybody won. And all the respect for the team, and I think we earned this win, and thank you for the great organization. Oh, this is my first time in Russia, so this environment, the public and the area to play here right next to the sea, and the ceremony before that, it was just enjoying to play here. We enjoyed these 3 days and competing with the best teams in Russia, and luckily we got a first. Танцуй пока молодой, мальчик, танцуй пока молодой. Танцуй пока молодой, мальчик, танцуй пока молодой, мальчик, танцуй.